император Александр III был женат на дочери датского короля Кристиана, принцессе Дагмар, известной в России как Мария Федоровна. Поэтому императорская семья очень часто выезжала в Копенгаген к дедушке Кристиану и бабушке Луизе, где собиралась вся большая семья датского короля. Дело в том, что старшая дочь короля Кристиана была выдана замуж за принца Уэльского, будущего короля Эдуарда VII. Принцесса Дагмар стала супругой российского императора. И когда вся семья собиралась в Копенгагене, король очень любил прогуливаться со своими зятьями. И вот однажды, когда они гуляли неподалеку от королевской резиденции Амалии, король завел разговор с одним из крестьян, работающих на полях. Они обсудили цены на сельхозпродукцию, поговорили о том, как дорожают и повышаются налоги. И вот король крестьян, находясь в благодушном настроении, обращаясь к крестьянину, спросил: «А знаешь ли ты, с кем ты разговариваешь?» На что тот ответил: «Конечно, не знаю, ваша милость». Он говорит: «Так познакомься, это российский император», представил одного своего зятя, «а это принц Уэльский». На что крестьянин, расхохотавшись и глядя на короля крестьян, сказал: «Ну тогда я король Дании».